Приветствовать вас на борту самолета авиакомпании Seven Airlines. Здравствуйте, дамы и господа, говорит командир. Приветствую на борту самолета 320 авиакомпании Seven. Сегодня выполняем 6221 Владивосток, Южно-Сахалинск. Сегодня в пути 1:20. Желаю приятного полета. Спасибо за внимание. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. Please take a moment to locate the exit nearest to you. Ваша кислородная маска находится на панели над вами. Your oxygen mask is located in the unit above your head. В случае разгерметизации она выбрасывается автоматически. Дамы и господа, на время взлета основное освещение будет выключено. Кнопка включения индивидуального освещения находится на панели над вами. Ladies and gentlemen, cabin lights will be dimmed for takeoff. The reading light is in the overhead panel. Дамы и господа, мы готовимся к взлету. Просим вас привести спинки кресел и столики в вертикальное положение. Опустить подлокотники. Открыть шторки на иллюминаторах. Застегнуть и затянуть ремни безопасности. Перевести в авиарежим все электронные устройства с функцией передачи данных. Отключить и убрать вручную кладь электронные устройства, размер которых не позволяет быстро и безопасно разместить их в кармане впереди стоящего кресла. Напоминаем вам, что курение на всех рейсах S7 Airlines запрещено. В соответствии с федеральным законом о Российской Федерации, употребление алкогольных напитков, принесенных на борт самолета, запрещено. Желаем вам приятного полета. Благодарим за внимание. Дамы и господа, мы готовы к взлету и просим вас убедиться, что ремень безопасности застегнут и затянут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Подлокотники опущены. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we are now ready for takeoff. Please ensure that your seatbelt is securely fastened. Your seat back and tray table are in the upright position. The armrest is down. Thank you.
Thank you.
снижение в южном Сахале. С температурой меньше 16 градусов, просьба занять местами пристегнуть поясные ремни. Судебный скептный за финансов без 50 тысяч сахалинских аэропорта, причем минус 16 degrees Celsius. Take a seat of fast answers. Of arrival by local time 09:30. Время прибытия по местному времени 9 часов 30 минут. Спасибо за внимание. Дамы и господа, на время служения вам необходимо занять свои места. Привести в спинку кресел и столики вертикальное положение. Открыть шторки на иллюминаторах. Застегнуть и затянуть ремни безопасности. Убедиться, что все электронные устройства с функцией передачи данных приведены в авиарежим. Убрать ручную кладь электронных устройств, размер которых не позволяет быстро и безопасно разместить их в кармане впереди стоящего кресла. Разместить ручную кладь под сиденье впереди стоящего кресла или на багажном полку. Благодарим за внимание. Дамы и господа, мы готовы к посадке и просим вас убедиться, что ремень безопасности застегнут и затянут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Подлокотники опущены. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, we are now ready for landing. Please ensure that your seat belt is securely fastened. Your seat back and tray table are in the upright position. The armrest is down. Thank you.
господа, добро пожаловать в Южный Сахалин. Температура воздуха минус 8 градусов. Местное время 9 часов 28 минут. Для вашей безопасности оставайтесь пристегнутыми до выключения светового табло, пристегните их. После полной остановки самолета просим вас выходить по очереди и создавать скопление в проходе. Соблюдайте социальную дистанцию при выходе из самолета по пути в терминал и при нахождении в аэропорту. От имени Seven Airlines, агента Ван Воу, благодарю вас за полет и будем рады новой встрече. Благодарим за внимание на бизнес. На багажных полках и в карманах кресел. Будьте осторожны при выходе из самолета. Благодарим за внимание. Дорогие наши любимые женщины.